Привет, друзья! Меня зовут Андрей, вы на канале Готов. И вот и пришла зима, несмотря на сезон, мы все равно продолжаем готовить. И сегодня мы приготовим телячьи сердца тандыри. И для этого нам понадобится телячьи сердца, у меня здесь 3 штуки, весом примерно каждые около килограмма, а также понадобится лук килограмм, и специи буду использовать: соль, черный молотый перец, сладкую паприку, растительное масло, а также нам понадобится бараний курдюк. Начнем. Сердца я заранее уже помыл. Разрежем их на порционные кусочки. Так. Где-то вот такие у нас порционные кусочки будут. Все сосудики я уже подрезал заранее, потому что на улице прохладно, ковыряться на улице проблемно. Вот такие вот, достаточно. Жирок я не срезал, здесь небольшой, можно оставить. А если кому-то не нравится, можно срезать и потом под картошечку обжарить, будет вкусно. Не мельчим, я буду жарить в тандыре. Тут у нас не спалось шампуров. Я на канале готовил уже разные вариации сердец. И в тандыре, и на мангале, и на гриле. А сегодня мы приготовим в тандыре с курдюком. Будет очень вкусно. Разделкой сердца мы закончили. И кладем в миску. Обязательно надо мариновать, потому что сердца такое плотное мясо. Чтобы было мягко, надо обязательно мариновать. Хоть у нас и телячьи, но все равно надо помариновать. Потому что если были большие говяжьи, бычьи, их надо долго. Они прям жесткие. Так, у нас сюда пойдет много лука. Лук полукольцами. Можно было, конечно, взбить в блендере и выжать сок, но зимой воду отключаем и мыть посуду на пляжную. Мерзнут руки, так что будем использовать ручной режим, выдавливать сок. Так, лук мы сделали, немножко посолим и помнем, чтобы лук у нас дал больше сока. Наверное, удобнее будет на тарелке перемешивать. Вот так вот. Сердца переложим обратно. Перемешивать здесь будет намного удобнее. Убежали. Соль. Добавляю 1% от веса. Черный молотый перец. И сладкая красная паприка. А также растительное масло. И все, хорошенько перемешаем. И оставляем мариноваться минимум на 2-3 часа, ребят. Чем дольше, тем лучше. Даже на ночь можно оставить. И сердца у вас будут мягенькие, вкусные, сочные. Да, надо приобрести побольше гастроемкость, чтобы мариновать шашлык. У нас объемы что-то растут. Все любят дегустировать.
И заодно подготовим курдюк. Порежем на пластинки примерно с размером наших сердец порционных. Тоже вот так вот где-то. Чтобы у нас было сочно, вкусно, ароматно. Все подготовили, отнесем в дом. На улице холодно, руки мерзнут. Но обязательно поставьте лайк за труды. Чуть позже будем подготавливать тандыр к работе. Обязательно минимум на 2-3 часа. Чем дольше, тем лучше. Чтобы хорошо разгорелся тандыр зимой, на низ лучше мелкие щепочки. А сверху уже можно побольше. Подождем, пока сгорится, потом еще накидаем. Ждем, пока сгорится. Делитесь своими рецептами, что вы готовите в тандыре, особенно в зимнее время. Это интересно. Тандыр наш прогрелся. Термометр показывает 330 градусов. Но это примерно. Погрешность есть. Ставим кольцо. Прогреем крышку пока. И за это время будем нанизывать наши сердца на шампура. Начнем. Сначала курдюк. Чтобы жирок топился. И стекал на сердца. Вот так вот нанизываем, в шахматном порядке. Лук откидываем, он нам не пригодится, погорит. Вот так у нас получилось 7 шампуриков на 3 килограмма сердец. Пришло время отправлять сердца в тандыр. Первый пошел. Третий. Вот так вот. Закрываем крышкой и ждем примерно минут 15-20, а там посмотрим. Курдюк топится. Аромат, пушка. Что как готовишь? Шашлычок и сердечек телячьих. Вкусно будет, пушка. Пошло у нас 15 минут, посмотрим. Ребят, смотрите, какая красота. Ну что, готово? Аромат божественный. Накроем лавашом, пускай соки немножко распределятся. Будем пробовать.
самый любимый момент дегустации. Сегодня мы готовили телячьи сердца в тандыре. Смотрите, ребят, сколько сок течет, а? Так, шампур надо еще горячий. Боюсь, обжет еще. Давайте посмотрим, что у нас в разрезе. Готово. Смотрите, какой сочный. С удичком. Мягкий, сочный, вкусный. Аромат кудючка, вот этот баранин. Просто пушка. По специям все оптимально. Шашлык удался. При возможности приготовить такой шашлык, я уверен, вам понравится. Если понравилось наше видео, обязательно ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока. До новых встреч. Мы продолжаем дегустировать.